Всем огромный привет. Мы приехали в аквапарк в Абу-Даби. Как это называется? Сейчас здесь купим билеты и пойдем купаться. Да, еще на входе нас проверили на коронавирус. Датчиком температуру измеряли. Мы зашли вовнутрь. Здесь вот такой вот магазинчик у них с сувенирами. Кружки, футболки, игрушки, магнитики всякие. Сам магазинчик. Вот, идем сейчас в раздевалки переодеться. Здесь вот мы зашли в раздевалку женскую. Такие вот шкафчики очень много. Каждый шкафчик прикладывается браслетом, закрывается. Но за шкафчики нужно доплачивать отдельно. Вот. Также дальше там душевые и то раздевалки, и в конце туалет есть. Так выглядят раздевалки. Ну все, мы выходим в аквапарк. Это что-то. Вот, тут есть карта. Я взял, кстати, нам тоже карту. Да? Да? Ну, здесь вот есть большая карта всего аквапарка. В общем, купили билеты и будем целый день здесь купаться. Но прикольно тут. Как тут все выглядит. Как настоящие волны на море. Не то, что у нас в аквариуме, да? Можно сюда с маленькими детишками приезжать. А еще здесь до 3 лет, по-моему, бесплатный вход детям. Вот так вот это все выглядит. Красота. Сейчас вышли с аттракциона, который ездит здесь по парку, по территории парка. В общем, садятся 4 человека, и он возит везде, через все горки. Это очень круто. Первый раз дух захватывает. Ой, вот такой аттракцион. Ну, пока что здесь все нравится. Аттракцион прикольный. Мы, в общем, пришли, зашли в детские горки вот такие вот. И потом сразу пошли на этот аттракцион. Ну, в первый раз дух захватывает нереально. Очень круто. Попробуем еще. Вот сейчас идем назад в раздевалку. Оставим вещи, тапки, шляпки. Вот, потому что это все мешает. Пойдем вот на те страшные горки. В общем, на том аттракционе нам не разрешили снимать. Сразу спрашивают телефоны, всякие камеры. Все, если есть, все нужно оставлять. Вот. Ну, возможно, остальные блогеры как-то тайно проносят с собой камеры и снимают. Вот, у нас не получилось. В общем, мы уже покупались и решили в самом конце пройти и снять территорию аквапарка и рассказать все свои впечатления о том, как понравилось нам, как было круто. Да? Да. Сейчас покажем все. Да? Да. Это спуск с капсулы.
Вот там, на самом верху, находится капсула. В общем, дно уходит из-под ног. И ты вот здесь вот по вот этим вот трубам пролетаешь сначала вверх, потом вниз и вылетаешь туда. Вот Руслан пробовал несколько раз на ней вылетать. Я не стала, не рискнула. В общем, короче, вот этот вход на две самые высокие горки. Вот. Сейчас обойдем с той стороны, покажем. У меня впечатление от этих горок потрясающее. Я долго решался прокатнуться на вот этих двух самых высоких. В общем, вот здесь прокатились. Было круто. Вот такие вот люди тут улыбаются все. Записываем на память себе. Я когда рассказал ей свои впечатления... Да, мне интересно было, страшно это или нет. Я ей сказал, что я парил как в воздухе. Я летел и не чувствовал, когда я же приземлюсь. Я думал, вот-вот, да. И опять падаю вниз. Очень много было. А я когда туда прокатилась, на вот этой синей самой высокой, мне нереально казалось, как будто, блин, я смогла прокатиться, это очень круто. Вот, и хотелось еще. Тоже нужно обязательно прокатиться. Мы прокатились на каждый по несколько раз. За забором видно Феррари парк. Завтра пойдем на эти горки. Вот. У нас море впечатлений. Да. Мы, кстати, тоже покупали билеты по программе «Один покупаешь, два бесплатно» по «Интертейнер». Да, приложение «Интертейнер». Да. Мы покатались, мы довольны. Мы довольны. Да, советуем вам обязательно сюда приезжать. Это самый лучший парк в мире. В мире. Наверное, потому что мы наш первый парк такой самый серьезный. Но у нас дача больше. Его же называют так. В Азии, да, самый лучший в Азии. Ну, для нас пока что это самое лучшее, где мы были. Это недалеко от Абу-Даби. Место с уличной едой. Здесь вот такие вот фургончики стоят. Это уличная еда. KFC, Starbucks, Pizza Hut. Вот, старые фургончики такие. На выходе из кафе вот такая вот колонка стоит, заправочная, старая. Да? Да. Круто. Стульчики сложные. Да, все такое деревянное. Красиво.
Приехали в Феррари парк. Сейчас идем покупать билет. Куда садимся? Селись на первом аттракционе. Да, как это не страх, это эндорфины, гормон счастья. Поэтому много смеюсь, да. Я всегда смеюсь, когда мне хорошо. Народу мало, да. И очереди нет, и пришли сразу. Сели и покатались. Здесь есть такой аттракцион, где ты разгоняешься и вверх поднимаешься на петлю, и потом назад со всей скоростью возвращаешься вниз. Какое-то свободное падение получается. Вот оно, вот здесь. И вот там поднимаемся наверх. Сейчас будем ее пробовать. Какое впечатление? Я ехала с закрытыми глазами. Было страшно. Не было такого прям жесткого страха. Но когда на тот момент я открыла глаза, когда мы уже поднялись на точку и стали опускаться, то прям страшно очень сильно стало. Вот, Руслан кричал. Я только под конец стала кричать, когда опускались. Когда, конечно, глаза открыла. Такие обычные симуляторы, они бесплатные. Что будем делать? Я тебя выиграю. Да. Хотел попробовать еще раз на... Симулятор, да? Да. Там прям так руль дергает, как будто ты реально едешь, блин. Несколько раз столбы в эти врезалась, переворачивалась. И это все прям чувствуется, вот так вот дергается машина, у меня аж руки устали. Такой вот детский аттракцион. Ну что, мы подходим на самую, к самому быстрому аттракциону, называется «Формула Росса». Все, сейчас мы... будет очень страшно. Да.
Видишь, обычно какая очередь. Да, а сейчас никого нет. Сейчас не нужно стоять в очереди. Сейчас мы испытали формулу Росса. У меня прям все сжалось внутри настолько. Ну, у меня так голова болит теперь, потому что сильный воздух такой был. Во рту все пересохло, ты кричишь, и открытый постоянно волос, это было везде. После этого аттракциона нужно посидеть, подышать. Я весь потел. Я на этом аттракционе вообще молчал. Ничего не кричал, только в конце, потому что вначале у меня был страх. Ты кричал? Нет. Где жизнь? Где жизнь? Я только кричал, где жизнь? Это что-то. Надо отдышаться. Я весь потел от страха. Жесть, просто пошли еще раз посмотрим. Идем посмотрим. Это что-то нереальное. Нам дали специальные очки. Да. Чтобы... Просто даже самая мельчайшая крупица пыли может навредить при такой скорости. Это нереально. Я даже еще говорить не хочу. Ну что, наши впечатления? Мы сходили на Speed Magic. Это 4D. Ты садишься в машину, тебе надевают очки, и все просто... Я не знаю, я в таком месте никогда не была, для меня это прям вау. Ты как будто реально в настоящей игре, везде, блин, на всех подъемах, на дорогах, в каких-то пустынях, водопадах, как будто реально падаешь под воду. Это круто, мне кажется, для детей понравится. Вот именно дети, ну, взрослым тоже должен понравиться. Мне вот понравилось лично. А у меня? Я, у меня есть все весь. Руслана голова закружилась. Я даже говорить не могу уже, да. Один раз сюда стоит приехать, но не больше. Если сравнивать аквапарк и Феррари парк, то мне аквапарк понравился больше, от него было впечатлений больше. В общем, хотел рассказать свои впечатления о второй попытке. Да, мы второй раз ехали на Формуле Росса в самом начале. Да. Когда мы сели,
самое заметное отличие было в том, что нас полностью уже отдувает ветром. Да, весь ветер. Полностью нас сжимает. Весь ветер нам в лицо. У меня лицо прям так было. А еще получается, как-то, не знаю, едешь от того, что ты кричишь, хочется тебе кричать от страха, у тебя вообще прям моментально все во рту пересыхает. Это очень круто. А сзади не такие ощущения. In 1 kilometer, turn right. Мы приехали в мечеть, которая находится в Абу-Даби. Это мечеть шейха Заида. В общем, чтобы попасть в эту мечеть, нужно заполнить такую вот карту, получить вот такой вот билетик и пройти в мечеть. Здесь вот выдается одежда. Здесь вот такое вот количество большой одежды. Так, в общем, нам дали вот такое вот платье. Вот, здесь огромный выбор. Дают по размерам. Что мы сюда приехали и побывали в этой самой большой красивой мечети в Абу-Даби. Огромный привет! Сегодня новый день, и мы приехали на пляж Шаломер. Здесь вот такой вот шикарный вид. И можно сфотографироваться. На Ламере очень много всяких кафешек, ресторанчиков.
Оформлено это все так очень красиво, интересно. Так. Больше ходишь, смотришь, не думаешь о том, где поесть, а больше смотришь, как это все сделано красиво. Сегодня у нас такой день отдыха. Нету больше этих безбашенных дней по аттракционам, по горкам. Сегодня просто отдыхаем, загораем. Но завтра, наверное, поедем на Дубай-Марину. Будем там купаться, загорать. Там пляж большой. Там как-то интереснее. В общем, на Ля-Мер есть вот такие вот кабинки. Душ и туалет. В туалет можно заходить бесплатно. А душевые кабинки 5 минут 10 дирхам стоят. Вот, но переодеваться тут нельзя, да? В туалетах. А, да, в туалетах нельзя переодеваться. Вот, а так больше мест для переодевания нету. То есть, если ты сюда приехал, нужно подождать, пока высохнешь. Тогда можно идти, доехать домой. Ну, тут главный плюс, что здесь есть такие общественные вот эти вот души, где ты можешь подойти и помыться. А еще есть также для ног, тоже поливалки для ног от песка, чтобы отмыть ноги. Вот. Много всяких кафешек. Вот эти вот, вот здесь вот поливалки, а за ними для ног, чтобы ноги мыть. Такой вот пляж. На станции Ибн Батута есть вот такое вот кафе, Dream City называется. Мы заказали шаурму, она стоит 17 дирхам. Вот так вот она выглядит. Сейчас будем пробовать. Уличная кафешка, столики. Там тоже столики. Ну, такое. Как на вкус? Не как астраханская. Да? Они ставят свои огурцы, потому что копченые здесь же. Угу. Ну, а сольные. Сейчас буду пробовать я.